сегодня быть в обойме итальянской сборной на эту игру с аргентинцев. Не самая удобная передача, но есть подключение через правый край. Не было ли здесь нарушения правил? Так и есть. В атаке Чиро Иммобилис, Константин Хатцидакис и резервный арбитр Крейг. Hello everyone, you're welcome to my channel, it's Bombshell Television. Today we are showing you the most amazing football highlights of this game. And this is new, and if you're new here, don't forget to subscribe to our channel, it's Bombshell Television. But if you're a returning subscriber, we salute you and we respect you, we love you all. So don't miss the next episode, just subscribe, like, share and comment our videos. We are showing you the most exciting football game in the world. And we are always doing that as usual. So don't forget to subscribe to our channel. Without wasting much of your time, watch this. Сегодня быть в обойме итальянской сборной на эту игру с аргентинцев. Не самая удобная передача, но есть подключение через правый край. Не было ли здесь нарушения правил? Так и есть. В атаке Чиро Иммобилис, Константин Хатцидакис и резервный арбитр Крейг. От Кустаса. Ди Мария, он штрафной, то ли удар, то ли прострел, и Джиджи Буффон. Тюнин. Передача от Инсинье. А передача, защитник Манчестер Сити. Здесь много-много лишних, как добивал Инсинье. Подача на дальнюю штангу, Парола. Вряд ли поворотом бил, скорее делал скид. Итальянские издания ставили на левый фланг обороны Леонардо Спинацол. Ну, по факту, кто-то должен либо вторым там подключаться. Терция проведения таких матчей не на родине. Вот Марко Верати, как мне кажется, был одним из символов той команды. Много работал, много перечеркнул. Сера такого исполнил на Кьезу. И присутствует Кьеза в страх. Анхель Ди Мария его осуществил. Передача в сторону Игуаина. Тот бросил взгляд направо. Он исполняет подачу с углового. Центр штрафной. Удар! Известный аргентинской команды является... Повтор посмотрим, во-первых, эпизоды голевого. Удар наносил Атаме. Стремятся. Верати. Точная передача. Иммобилис забрал. И вина. И беда, конечно. И синий, и вина. Вентура. Еще тренера. Атака через право. Нет, мяч в поле. И подкат. Ди Мария опять мячом овладел. Парола ноги убирает. И филигранная игра в отборе от Флоренцо. Что вот берется Ди Мария? Скорее всего, подача. Так и есть. На дальнюю штангу. Старался Джованни Ло Чельсо, Игуаин. В английском стадионе не хватает энергетики, шума, песен, кричалок. Но, наверное, это ожидаемо. Милан и основным игроком сборной. Подача от Ди Марии. Быстро на ранней стадии создания атаки соперника. Эту атаку обрывает Вячеслав Голов за один сезон. 36 мячей Гонсало забил. Нулся. Заброс на Ди Марию опять. Ди Мария. Прострел. Лионель Месси. Ну, мы с вами уже убедились в том, что всего, скажем так, утомление. Ну и, собственно, зачем товариществу матча зарплатной ведомости. Здесь Ди Мария. И опять он делает прострел вслепую. И опять не с Джорджиньо, его экс-партнер по Наполи. Игуаин. Опасный момент. Пасем. На Биглио. Биглио. Уходит тот Парола. Вот сошлись две команды. Дальше. Паредес. Дальний удар у него есть. И мимо ворот. Ну, это классично. В концовке еще был нервный момент. Были выдушевлены. Да, наверное, чуть... Это внимание. Момент для удара. Ло Чельсо. Далековато мяч отпустил. Да, Солансини. Хорошая комбинация аргентинцев. Удар. Буффон. Ну, строго в Буффон этот мяч приходился. В таких ситуациях, конечно, давно состоялся на заснеженном поле стадиона «Динамо». Сейчас не об этом. Лансини в очередной раз. Ну, что сегодня вытворяет Анхель Ди Мария? Повторюсь, я лишь... Стивен на левой бровке в атаке. Ну, вот, в общем-то, второй тайм и стартовал. Шильо, Ругани, Бонуччи и Флоренце. В полузащите Жоржиньо. Игра не грубая, подача со штрафного от Инсинье. Кавальеро. И совсем немножко здесь не хватило Бонуччи, который здорово здесь позицию выиграл относительно своего опекуна. Больше склонились к тому, что, ох, какая ошибка грубая. Иммобиле катит на Инсинье и мимо. Сумасшедший момент. Но в этом матче он пока не забил. Аргентинцы в чужой штрафной. Подача. И еще один момент. Создан. Ситуация все-таки выкрутился, вывернулся, отдал передачу. Игуаин в хорошей форме находится.
есть у нас. В России достаточно критиков Гонсало Игуаина. Ну, наверное, один-два ранних гола, а потом и пенальти не отдавал. Ди Мария, он опять штрафной, Инсинье как раз в Кьезу. А здесь мы видим, что грубейшую ошибку допустил. Она не заполнена. В этом плане, конечно, грамотно коллеги работает. Ди Мария с правой ноги. Тут за время вот этого рассказа какое-то невероятное количество про Аргентины своего соперника. Италия без контр-игры. Анхель Ди Мария. У всех разные запросы. Кто-то хочет кардинальный состав менять, кто-то в Таве. Чуть ли даже не в основном. Дибалу. И согласитесь, это звезда мирового футбола. Финальным умением отрываться от соперника, открываться. Вот такое умение демонстрирует Иммобиле, но не реализует голевой момент. Великолепная передача, запрос, занс, причем сразу два. Вот такой розыгрыш, стандарт, удар. Поле, ну уже, так скажем, штатском. Здесь, внимание, удар хороший. Пеллегрини. Флоренци, поле, занс. Запах, ого, предпонучий это был. И Игуаин. Игуаин, в каком-то смысле, его конкурент. Перевод, внимание, Гри, внимание, Инсинье, штрафной. Рядом есть Иммобиле, но зачем? Yes, I hope you are enjoying watching our football highlights. Don't forget to comment in the comment section below your reaction and your comment for the losing team. What were they supposed to do to for them to win this game? Because it seems like it was tough for the losing team and it was good for the losing team. So tell us, which team do you support and what are they supposed to do, or the losing team? So consider subscribing, and this is not our last episode. We're going to bring you more, so stay tuned. For you to stay tuned and to be notified, you subscribe and turn on the notification bell icon. So continue watching your football highlights. Чем с такого острого угла? Еще одна попытка. Кабалера сегодня в порядке, как в Лиге Чемпионов играть, который получил красную карточку за спор с арбитром, вторую желтую, точнее, по ощущению даже повреждений получил. Подача. Еще один удар. Примерно с линии штрафной. Удар в исполнении Пешта. Джиджи просто не совсем понимает и, может быть, даже боится своего будущего. Тот самый Бустос. Ну, а это Пиротти. Пиротти из-под запаха. Все-таки сегодня не реализовал свои моменты в этом сезоне. Внимание, перехват аргентинский. Комбинация, удар и гол! 1-0 Аргентина! Мяч за авторством вышедшего на поле Эвера Банеги. На 64-й минуте он на поле появился. Игуаин, Игуаин на ход делает передачу. Передача в штрафную. Ну, конечно, Мателло, в первую очередь, чувствует себя таким создателем этого проекта. И Аргентина тоже в прессинге. Как раз прессинг привел к тому, что на 75-й минуте Интер. Но самое интересное может сейчас произойти. Игуаин! Пиротти в 2! 3 в 2! Атака, Игуаин! Слева есть вариант! Лансини! Гол! Браво! Браво, Мануэль Лансини! Великолепная подготовка этого удара. Не спеша, оценив обстановку. А ведь он и предполагал, что можно атаку продолжить как-то иначе. Ведь были рядом и Павон, и Игуаин. Но он этот удар подготовил и пробил над Буфоном. Опять контратака. Опять погибся Конте. Чтобы именно он вновь возглавил национальную команду. Сегодня проиграет и проиграет Англия. И затем, я думаю, ну совсем. И без того мало. Совершенно иначе эта игра могла завершиться. Банеги венчался решающим голом. Лансини тоже классный. Una delle cose più belle della Confederations Cup, binario di destra, Italia-Spagna, Maggio Candreva. Tanto però perdiamo palla, Higuaín, si propone Palacio, Di Maria, Di Maria le finte, al limite dell'aria, e l'Argentina passa in vantaggio al ventesimo. Higuaín, il gol di Gonzalo Higuaín, con cui la squadra sudamericana passa in vantaggio. Tutto sommato è la sintesi di 20 minuti, sì. Abbiamo subito troppo. È un errore di Blaniere, De Rossi, purtroppo ha messo questa palla centrale e lì eravamo quasi usciti tutti quanti per ricevere. Lì veramente poi non ti castigano, Di Maria, Higuaín, la mela, difficilmente sbagliano l'ultimo appoggio, vedi qui, velo di pallone di Palacio. Subito 3 contro 3. Sì, poi dopo a girare è possibile, fucilato. C'era Palacio al di là dei difensori italiani, ma sicuramente non influente la sua posizione. Rivediamo il destro di Gonzalo Higuaín. Anducara anticipa Osvaldo. Voleva la violazione argentina. Attenzione che c'è spazio per Higuaín ancora. Con Palacio e Di Maria. Banega ai 16 metri. Cade il 2-0 argentino. Italia colpita a freddo. Un altro pallone
buttato via. Fa 2-0. Più che altro quell'intervento sulla linea di mezzo campo, insomma lì bisogna andare al 100% sicuri, sennò bisogna arretrare, non bisogna farsi attrarre dalla palla, e sei quasi sicuro, anche se sei quasi sicuro di poter intercettare un anticipato avversario, devi pensare che hai 50 metri di campo dietro, più ormai l'azione si era già sviluppata, quindi Banega controlla la palla, la tiene sempre davanti, collo esterno. È un gioco da ragazzi, insomma, questi giocatori diciamo come capito. No, era impossibile. Niente da fare, Argentina 2, Italia 0, adesso bisogna stare attenti perché quantomeno limitare il passivo anche dal punto di vista dell'immagine. Italia sempre sotto di due gol. E conquistiamo palla con Insigne, Osvaldo non riesce però a tenere viva la manovra, invece sì, Insigne, il destro a girare, grande gol di Lorenzo Insigne al 31esimo. Beh, questo ci riconcilia con la nostra nazionale. Sì, grande sì. Gol. E due ragazzi che hanno fatto le fortune del Pescara. E questo è un gran gol, eh. Un grande gol perché l'ha voluto, l'ha cercato, ha visto Andukar. Questo lascia passare per parte stabilmente del gruppo, della nazionale. Da nulla praticamente, un pallone perso, riconquistato. Tocco di Osvaldo, subito Insigne, di prima intenzione, di destra a girare, non ci è arrivato Andukar. Grande gol, chiaramente non cancella le difficoltà, no, però della nazionale, però qualcosa di buono assolutamente.